У нас в руках айфон, кто-то потерял его, оставил около киоска. Телефон севший, хозяина нет, соответственно. Наша задача зарядить телефон и найти хозяина. Посмотрим, как быстро отзовутся. В общем, включил зарядку, сейчас положу, пускай заряжается. И будем ждать звонка. Вот, зарядился телефон, но, к сожалению, на экране ничего нету. Ты попробуй так сделать, может ответится. Нет, ничего не получается. Ну, как вариант, сейчас отдать телефон в ремонт и... Ну, давай отремонтируем, может быть. Ну, я не знаю, ремонт, конечно. Невозможно никак ответить. О, ну, ты скинулась, видимо, да. Ну, видно, что экран поврежденный, видимо. Уронили. Ладно, будем думать, что можно сделать. Зато ищут, получается. Звонки так и поступают. Но все мои попытки ответить на звонок не получается, в общем, ничего. Поэтому я иду в ремонт сотовых телефонов. Хочу отдать, чтобы посмотрели, что можно с ним сделать. Сколько это будет стоить вообще. Возможно, все-таки вернется хозяину телефона. Ну что, телефон восстановить не удалось. Не работает сенсор. Тут, короче, в общем, как мне объяснили, если его делать, то здесь очень много всего надо менять. И телефон, по ходу дела, был залит. И там, скорее, если ковыряться, то всплывет что-нибудь еще. Поэтому по деньгам это, конечно, выйдет очень много. Поэтому... Единственное, что мы сделаем, сейчас поменяем сим-карту, вставим другой телефон, и если до нас дозвонятся, мы вернем, отдадим телефон в таком состоянии, какое есть сейчас. Хотелось бы, конечно, чтобы он был целый. Друзья, ну с этим телефоном, конечно, история получается очень интересная. Я уже последний момент думал поменять сим-карты и все-таки связаться с хозяином, вернуть даже в таком состоянии телефон, но только что вскрыл слот под симку, и здесь, короче, нет ее. Только я единственное не могу понять, как телефон звонит, если тут нет сим-карты. Сим-карты нет, а телефон периодически звонит. Как такое возможно, я не понимаю, если честно.